Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск Night News на канале UTV. В этот уикенд мы с вами в клубе театра, где сегодня этой ночью пройдет фирменная вечеринка от промо-группы «Точка зрения». Сегодня здесь выступает один из лучших диджакеев России Дмитрий Алмазов-Бабина. Сегодня он даст перформанс вместе с американской певицей Бетси Ларкин. Всем привет! Это я, Дмитрий Алмазов, проект «Бабина», и вы смотрите Night News. Hey, I'm Betsy Larkin, and you're watching Night News on UTV. Обычно в передаче Night News на UTV я очень подробно представляю всех диджакеев, но сегодняшний специально приглашенный гость, думаю, в специальных комментариях не нуждается. Это лучший диджакей России, это первый российский диджакей, который попал в топ-20 диджакеев всего мира. Это тот, чьи работы выпускаются на таких лейблах, как Ministry of Sound, Perfecto, Armada. Дмитрий Алмазов-Бабина сегодня, он здесь в клубе театра. Привет. Привет, how are you doing? Спасибо, все нормально. Очередной раз в Уфе, очередной раз уже зашел, посмотрел втихаря, как там обстановка в клубе, все постоянно потрясающе. И очень огромное спасибо с самого начала, прям скажу, вашему городу, всем клаберам, потому как это единственный город, наверное, за всю мою карьеру, в котором я был, наверное, раз 6, а может быть и 7. И каждый раз, когда я сюда приезжаю, всегда все великолепно проходит. А таких городов в России, на самом деле, очень мало. Вчера ты также был в Челябинске, в соседнем Челябинске. Да, вчера у нас был специальный warm-up-сет, как мы его в шутку прозвали, с Бетси Ларкин. Мы оттестировали всю программу, так как выступаем вместе мы впервые. Вот, поэтому сегодня мы уже в полной боевой готовности, уже поняли, поменяли по сравнению со вчерашним выступлением треки местами, поняли, какую реакцию что вызывает. И сегодня, я думаю, все будет на 200% хорошо. Поет Бетси отлично, были на саундчеке уже, уже все посмотрели, все с гарнитурой в порядке, поэтому проблем быть не должно. Итак, вот ты упомянул Бетси Ларкин. Это американская певица, которая сегодня будет выступать вместе с тобой. Итак, ну чтоб сам лично расскажи о том, что сегодня здесь будет в клубе театра. В клубе театра будет на самом деле трехчасовой мой сет, в течение которого Бетси время от времени будет выходить и петь что-то живьем. Вот. А мы решили попробовать эту концепцию, так как мы в свое время сделали с Бетси трек, назывался «You Belong to Me». Вот. Обязательно мы его споем сегодня. Также у нее есть много других отличных произведений. Только что у нее, точнее завтра, но я, если честно, уже послушал, но он завтра выходит, альбом Бетси Ларкин дебютный, он называется «All We Have Is Now». Потому что я знаю, вы потом будете у Бетси Ларкин брать интервью, но она настолько милая и скромная девочка, что она может вам об этом просто не рассказать. Вот, альбом великолепный, и не вот 6 треков с него, по факту, мы будем сегодня играть вживую, посмотрим.
порядок. Ты российский диджей и продюсер. Она американская певица Бетси Ларкин. Как получилось так, что вы встретились, и вот сейчас такой коллаборейшн происходит? Ну, на самом деле, получилось все изначально. Мы сегодня были там на радиостанции, тоже рассказывали, смеялись по этому поводу. Очень смешно. Бетси Ларкин мне написала в Фейсбуке. То есть, как типичная американская девушка, она вот не нашла ничего лучше, чем связаться с артистом ни на e-mail, там, ни менеджер. Она мне написала напрямую в Фейсбуке. А я Фейсбук сообщения никогда, в принципе, не читаю, потому что там приходит много спама, и я время от времени захожу туда, просто чтобы нажать «удалить все». И как-то вот я захожу, и уже почти нажал «удалить все», как одно из первых сообщений, одно из верхних. Я вижу это сообщение от Бетси Ларкин, и оно начинается: «Hi, Дмитрий, my name is Бетси Ларкин». И тут я понимаю подсознательно, что, скорее всего, я слышал, кто она такая до этого, потому как она спела с Ферри Корсоном «Made of Love» трек, который мне очень нравился. Вот, я понимаю, что это, скорее всего, не спам. Вот, и только таким образом мы с ней познакомились. Потом я, конечно, дал ей свой e-mail, и мы уже как-то начали контактировать по e-mail, по телефону. Вот, позже, изначально она мне выслала демо песни «You Belong to Me», где в припеве, в принципе, все было так, как вы уже сейчас слышали. Однако куплеты там были другие, они мне не очень сильно понравились, и мы решили с ней вместе их доработать, немножко их поменяли, и пришли к этой версии, которая есть сейчас. Потом я под нее сделал аранжировку, и уже на аранжировке она заново перепела голос, чтобы он все почище звучало. Вот, и получилось то, что многие из вас, наверное, слышали. Сейчас я готов пообщаться с Бетси Ларкин. Это американская певица из Нью-Йорка, которая сегодня будет выступать вместе с Дмитрием Бабиной. Hello, Бетси. Hi, how are you? I'm fine, and how are you feeling? I'm good. So, please tell our audience, our Russian audience. Пожалуйста, расскажи нашей российской аудитории немного о себе. Как так получилось, что американская певица начала сотрудничать с диджакеем из России? With a Russian DJ. I met Bobina, actually. Я впервые лично встретила Бобина на своем выступлении с Ферри Корсон, где исполняла Made of Love. Бобина был одним из тех, кто делал ремикс на эту песню. Мы познакомились в Москве 2 года назад. До этого я слушала его трек Invisible Touch, на который уже Ферри делал ремикс, и написала песню You Belong to Me. И мы решили работать вместе. Но вот так я познакомилась с Бобина. Итак, твой первый музыкальный опыт в транс-музыке состоялся во время работы с Ферри Корстин. Да. А как вы познакомились? Сначала я встретила его менеджера в Нью-Йорке. Это был званый ужин, на который меня и Алана Стюарта, менеджера Ферри, пригласил наш общий знакомый из Лос-Анджелеса. Мы сидели напротив друг друга и проговорили всю ночь. Он слышал мою музыку до этого и сказал: «Я помогу тебе связаться с Ферри. Думаю, вы, ребята, должны работать вместе». Вот так это случилось. Насколько я знаю, ты начинала как рок-певица. Да, я действительно состояла раньше в рок-группе. В ней было немного от электроники. У меня был сольный проект, где я сама писала песни под гитару. Так что пробовала работать в разных направлениях. У меня есть другой проект, он называется Silver Mind. Это что-то вроде дэнс-рока, но не как Леди Гага. Это как тег-дэнс-рок, но что-то более медленное. Похоже на группу The Cure, что-то в этом роде. На самом деле сложно объяснить, но это очень классно. Тег-рок, смешанный с электронными элементами. Этот проект уже наполовину готов. And that's just something that's like probably halfway done.
Ну вот ты в России, наверное, уже успела пообщаться со многими россиянами, побывать во многих местах. Какие у тебя впечатления о нашей стране? Здесь много больших фанатов транса. Не знаю, видел ли ты, но я чуть не упала в толпу, когда выступала только что, пела на краю сцены, и какой-то парень потянул меня за руку. Было классно, когда мы ехали на поезде из Челябинска сюда. Я увидела загородный пейзаж, очень-очень красиво. Я была наслышана, что в России ужасно холодно. В первый раз я приехала сюда в декабре, и когда вышла из здания аэропорта, мне в нос ударил мороз так, что я не могла дышать. Было очень холодно. Я была права на этот счет. Еще вы, ребята, не пьете водку так много, как я ожидала. Никто не заставлял меня пить стопку за стопкой. Я ошибалась по этому поводу. Разумеется, здесь много красивых девушек. Я заметила, вот это правда. Вообще потрясающе, вообще все очень здорово. Обожаем его творчество. Просто отдыхаем, наслаждаемся музыкой, отрываемся. Сегодня приехал самый лучший диджей России, Бобина. Здесь очень классно и круто. Я рад, что здесь находится. Здесь просто супер шоу. Бобина, Дмитрий Алмазов, Бобина. Он супер диджей, самый лучший в России. Огромное спасибо за хорошие вопросы. Увидимся на танцполе. С вами был Дмитрий Алмазов. Пока. Я люблю вас. It's wonderful to be here. Чудесно было побывать здесь. Надеюсь, увидимся с вами вновь.